Ну а Диана Хадулина отправилась в ЦЕСИС. Именно там находится офис справочной службы. Операторы работают круглые сутки. Как оказалось, даже в новогоднюю ночь есть немало желающих задать вопросы. В этом помещении никогда не бывает тихо. Телефонные звонки раздаются каждую секунду, 24 часа. Операторы справочной службы готовы выслушать и ответить на любые вопросы. Подскажите, пожалуйста, как пройти на третью улицу Строителей, дом 25, квартиру 12? Ну, 25 у нас не регистрирован, у нас есть целостные ку 12, но это только один адрес. Громко. Сама разговариваю, кто-то рядом разговаривает, кто-то еще в трубке, что-то кому-то надо, да. Татьяна работает в справочной службе уже 13 лет. Прошлый Новый год встречала на работе. Вспоминает, как однажды мужчина попросил на час перенести салют. Он не успевал приехать. Очень много спрашивали строительные магазины. Очень много. Я была поражена, да, что... мы, наверное, в ежедневный день мы все бегом, да, и когда вот есть несколько выходных, вот хочется и дома побыть, наверное, что-то купить, и, наверное, что-то где-то прибить, представить, не знаю, может, новые шторы купить, ну, и еще этот праздничный, наверное, потому. Как ни странно, в новогоднюю ночь люди звонят так же часто, как и в обычные дни. Вот только вопросы порой ставят в тупик, ведь информацию не найти даже в интернете. Например, какое платье из двух лучше выбрать, что приготовить на праздничный стол или когда же придет Дед Мороз. Иногда споры каких-то клиентов надо разрешать, да? Сколько взмахов делает стрекоза, да? Ну, какие-нибудь такие вопросы приходят. Информация сами ищем тоже в интернете и разрешаем спор. Только, ну, не знаем, как это споры разрешили, с пользу кого, да? Сами операторы шутят, что им никогда не бывает одиноко. Всегда есть с кем поговорить. Диана Хадулина, Аня Скупч, Латвийское телевидение.